«Бетбук» – титульный партнер футбольного клуба «Урал». That's how I'm living, ain't no option, I gotta go get 'em. Yeah, that's how I'm living, on top we winning. That's how I'm living, ain't no option, I gotta go get 'em. Мы имеем контрольную игру с крыльями-советами ответную. Перед чемпионатом у них играли, сейчас они к нам прилетают. Поэтому до этой игры мы готовимся в одноразовом режиме для того, чтобы получить хорошую игровую практику и быть готовым через неделю уже к матчу с «Факелом». А у нас на самом деле есть моменты, которые мы должны улучшить. Это касается атаки и обороны. Наверное, в чистом виде не могу говорить о том, что над чем мы будем работать, но, по крайней мере, что мы должны получше понимать, что мы делаем позиционные атаки и давить на те вот места, которые необходимы, на те зоны, располагаться в нужных зонах. И, соответственно, ты тогда будешь лучше готов к тому, чтобы остановить атаку соперника встречную. В сборную у нас вызваны 4 игрока. Это приятная редкость для «Урала». Первый раз, по-моему, такое. Как тренировочный процесс будет строиться без 4 игроков основы? Ну, вообще приятная такая неожиданность. Это, не знаю, для ребят, для руководства клуба, для наших болельщиков, но не для тренера клубного, потому что всегда хочется, чтобы обойма была под рукой. А что касается, как будем готовиться, у нас есть молодые ребята, которых мы пригласили для того, чтобы нужное количество людей было, и заодно и посмотреть их, потому что надо всегда смотреть резерв, который есть у клуба. Некоторые журналисты подмечают, что «Урал» играет сериями. Есть ли этому какое-то рациональное объяснение? Все эти серии зависят от того, против кого ты играешь. Поэтому работа журналистов для того, чтобы вот искать какие-то серии, а наша улучшать наши моменты игровые, так и обороны касаться.